Отказаться на год от сладкого, а на сэкономленные средства каждый месяц покупать лакомство Лисе и Алисе, обитающей в эколого-биологическом центре. Такое решение приняли петрозаводские школьницы Соня Сараева и Дана Петрова. В день рождения чернобурой Лисы Алисы девочки официально стали ее опекунами. Не из пугливых, очень общительная и добрая. Так отзываются Алисе и Алисе работники и посетители эколого-биологического центра. Красавицу чернобурку целый год опекала компания молодых людей из Петрозаводска и Питера. Ежемесячно они переводили центру деньги на покупку лакомств для лисы. В день своего двухлетия Алиса обрела новых попечителей. Программа опекунства действует в центре уже четвертый год, но таких помощников у зверушек еще не было. Мы привыкли, что это или какие-то компании, или это какие-то взрослые люди, а сегодня у нас совершенно неожиданно заявились вот две маленькие девочки, которые сказали родителям, что они готовы на год отказаться от сладкого, от всяких излишеств, в пользу Лисы и Алисы. Сэкономленные средства родители Сони Сараева и Даны Петровой ежемесячно будут переводить на счет центра для покупки вкусняшек очаровательной чернобурки. А каждую субботу девчонки будут навещать свою подопечную. Мы обе очень любим лис, это наше любимое животное. Когда мы в первый раз увидели фотку этой лисы, мы сразу поняли, вот чему, до чего нас довела любовь к лисам. Опекунами четвероногой любимицы девочки официально стали в день ее рождения. Об этом свидетельствует специальная табличка, которую сначала нужно было найти. В поисках Соне и Дане помогли посетители центра. Ребята выполнили несколько заданий и отыскали памятный знак. Табличку торжественно повесили на клетке лисы и устроили для именинницы праздничный обед. Алена Сянти, Евгений Евдокимов, телеканал «Ника плюс».